Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас BMW X7. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. На полу несколько кусков вибропласта в салоне. Также видите, куски вибропласта присутствуют в дверях. По багажнику смотрим. Пол голый металл, так же как и задние арки, практически голый металл. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Сейчас подготовим поверхность, все обезжирим и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на BMW X7. Проклеили нас тщательно прокатанным валиком пол в салоне. Видите? По дверям в данной программе клеим. Через слой первый два покажу. Первый слой мы наносим вибропласт толщиной его 3 миллиметра. Второй слой наносим мембрана шумоизоляции Интегра 6 миллиметров. И по багажнику смотрим. Проклеен пол. Проклеены задние арки. Крылья. Продолжаем работу. Закончили клеить шумоизоляцию на BMW X7. Проклеим нас шумопоглотителем пол в багажнике. Используем Vision, толщина 6 мм. Мембрану шумоизоляцию мы наносим на задние арки. У нас Bookshot 7 мм. Такую же мембрану клеим на пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Это у нас вибропласт толщина 2 мм. Четвертый заключительный слой, который мы делаем в дверях, мы наносим на дверные обшивки. У нас эксперт, толщина 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!